Добрый вечер. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста. Батайский Мауриньо, капитан команды Стелла. Капитан, тренер, можно сказать, лучший игрок. Как вам игра сегодняшняя? Хорошая игра, классная погода. Да вообще такая хорошая футбольная атмосфера. Играли с лидером Бундеслиги, ну, на сегодняшний день, да, там как бы Лейпциг, по идее, может еще, конечно, у них игра в запасе, да. Ну, вот фактически на сегодняшний день Боруссия Дортмунд, лидер Бундеслиги, проиграли со счетом 5-2. Да, по игре, в принципе, да, уступили, это очевидно, счет по игре. Были моменты там, конечно, ну, даже не по судейству, да, просто вот первый гол получилось, мы вроде бы уже, ну, взяли ворота, так сказать, забили гол, да, но был фол чуть раньше. Я, честно говоря, прозевал этот момент. Вот. Ну, немножко расстроился, конечно, да, потому что так уже порадовались. Как бы бывает такое. Ну, в итоге по правилам все было правильно, да, и поэтому как бы в итоге потом пропустили там какие-то следующие уже моменты игровые. Как судейство вам сегодняшнее? Судейство, ну, еще есть над чем работать господину великому. Вот, ну, в целом, конечно, видно, что он старается. Ну, опять же, если от соперника отталкиваться, понятно, что они сильнее. Это и до игры было понятно, да. Ну, наша задача была как-то достойно сыграть, да, там, побиться, побороться, как бы. Ну, 5-2, это, наверное, не поборолись. Вот. Ну, зато это, там, допустим, не 8-2, как мы сыграли вот с Сиэтлом, там, в Лиге Европы. Поэтому первое место команда занимает, но наша задача все равно, я же говорю, давать достойное какое-то сопротивление. Поэтому будем продолжать дальше так же. Для нас ничего нового нет. Тренироваться и бороться. Круто. Удачи желаю вам в дальнейшем. Спасибо, все хорошо.